Русские народные песни, танцы и звуки гармонии. В фойе ДК «Родина» яблоку негде упасть. Это участники фольклорного коллектива «Зарянка» и их самые преданные зрители – родители. Для них ребята исполнили свои лучшие номера. Выступление приурочили к традиционному фольклорному празднику «Осенины» и посвящению начинающих исполнителей в ряды коллектива. В этом году или в прошлом году, которые еще не участвовали активно в концертной деятельности коллектива, а с этого года мы планируем активно вводить весь состав, более 50 человек в нашем коллективе. Коллектив ведет свою историю с 1985 года. Сегодня в рядах «Зарянки» мальчишки и девчонки от 4 до 15 лет. Артисты фольклорного ансамбля активно гастролируют по стране и регулярно становятся лауреатами фестивалей русских народных песен.